Вот, ребятишки, с лагеря стану. На костер тащат ветки. Давай, Кирилл. Давайте я пойду. Тимофей, толкай тоже. Ксюша, что идешь-то? Толкайте, хоть за одну веточку толкайте. Все вместе. О, молодцы. Ну-ка, дружно. Нестор, ты Кириллу-то хоть немного в спину очищай от комаров. Бедного мученика. Нового мученика. Кирилла. Клиника Кирилла. Да, куда ее? Сюда скинуть? Мученик. Клиника. Ну сюда, чуть поближе, сюда давай. Давай, давай, ну не сох, никого там. Вот сюда заворачивай сейчас. Давай. Задком! И сюда вот бросайте. Задком. Вот это место. Да ты задом нам не заедешь. Нет. Я посмотрим. Прямо! Прямо! Ну иди! Да Нестор, ты что делаешь? Ну что встали-то, Андрей, что встал-то? Помогайте ему. Давай! Все, стоп машины, стоп! Все, опускаем вниз, вниз опускаем. Да вниз опускай! Да не сюда! Нестор, уйди! Все! А разведывать кто будет? Развязать надо было сперва. Потом давай, уже ували. Что ты оглоблю-то сломаете, Нестор? Где завязывали? Так, где завязывали? Снизу, там. Сзади. Не надо. Уйди. Уйди. Соня, уйди. Уйди, Соня, тебе говорят. Соня. Нашел? Что? Кого у вас такая Маша? Ага, вот. Ну и что? Мы еще не нашли. А, вот нашел. Ну давай, развязывай. А мама видит. Ксюша, иди. Развязывай? Да не сюда иди развязывать, а туда наверх иди. Говори, чтобы они не отпускали. Не отпускайте. А то меня сейчас... Не отпускайте. Телегу держим крепко. Крепко, а то меня сейчас задавите. И меня. А тебя... Кто там? И дядь Володя еще воздавит. А тебя-то что? Андрей. Кого? Тебя-то что? Воздавите. Если опустите. И Соня тоже. Вот. Стой! Она приедет. Сейчас он вылезет. Все, веревка. Кирилл, вот это шалаш. С той стороны. Кирилл, с той стороны. Выбирай эту. Кирилл, ловлю, ну! Тяни веревку, он тебя не перекинет. Соня. Вот она, впереди. О. Что, все, больше нигде не перевязано? А, вот она. Дальше просто так завязывать. Все. Все, Нестор, давай, опрокидывай. Пока развязывайте, я в туалет побежал. Опрокидывай. Что не все? Что не все? Еще веревка, что? Да. Нет. Нету, все. Все, отпускаем. 3, 2, пусть. Теперь вывалим все. Ну по одной ветке, как вам? Вам так не вывалить. По одной ветке, там, подходите, берите. Прося, давайте помогайте. Прося, Ксюша, давайте. Там ветки растаскивать. А кузнечиков можно есть? Ну ешь, конечно, белок хороший. Вярл Грилс, он хорошо ест. Ешь кузнечика, ешь. Они хрустящие, хорошие. Давай ты поешь, попробуй. Что это там у тебя? Покажи. Так, помогай, Нестор, Нестор. Ну что, девочки там работают, вы стоите, главное. Вперед, не стой на месте. Так, ты кого телегу-то зачем берешь телегу? Телегу не надо. Ветки, ветки таскайте. Оля, ветки! Давай, вон большая ветка. Прося, помогай ему. Только Андрея не привали хоть. Он нам еще нужен. Ну ветку-то повали до конца. Андрей, чего бросил-то ее? Она сейчас кому-то по голове ударит. Нестор, ветку повали. Это бревно, вернее.
Кирилл, давай быстрее! Спасите! В туалете, что ли, застрял? Все, помогайте, помогайте. Вот это. Надо назад. Все, давай, телегу вытаскиваем. Во. Вот теперь давай обратно. Молодец. Так, так не надо было ставить. Телега не так ставится. Обратно ее. Она вниз опускается, так она не ставится. Все, я поехала кататься. Сейчас Кирилл там сил наберется. Санимаша, дядя Володя, только Санимаша залезает, да? Санимаша. Я тоже. Мы вас не будем подойти. Ну почему? Вика может, Ксюша маленькая может. О, я могу. А я могу. И я тоже. Ну кто вас утащит-то, Фося? Я тогда делаю приказ такой был, Машу Соню вести. Он сказал девочек маленьких, а они как будто не маленькие. Они не маленькие, они нормальные. В прошлый раз он тоже говорил маленьких, но их же Вика вылезла. Почему? Мне педагоги сказал Игнат Стигнич Машу с Соней везти. Да, только Машу маленькую. Да Вика пойдет, ладно, что ты переживаешь. Да нет! Все, давай, поехали, все, все. Богатырская сила. Андрей, вперед. Андрей, что сразу? Андрей, ну-ка, вперед, давай. Давай, давай, давай. Не протився, давай. Да, самая основная сила, это Кирилл тянет. Чего вы переживали-то? Ну, вылезай ты, Фрося, быстрее. Отсюда! Помогай! Я тебе говорю, вылезай отсюда! Фрося, ну уступи ему место. Слушай, не дай, слушайте. Нестор! Хватит кузнечика плавить, помогай давай! Нестор, ну-ка иди сюда! Что ты там вдруг застрял? Веревка. Бегом давай! Аккуратнее, аккуратнее только. Вика, вперед сядь! Вика, вперед! Ему тяжелее, легче так будет. Телегу отпускай! Вы ее снизу поддерживайте, снизу! Ему легче будет. Я знаю. Нестор, снизу телегу с Андреем поддерживайте. Так, Тимофей, ты опять в конце где-то. Иди. Кириллу-то помогайте, от комаров спину отмахивайте. Они же кусают у него все. Девочки, кто там может? Ну как не надо. Он сам сказал, это. Не надо. Нет, нельзя. Кепка, Андрей, маши, все. Отпусти, сказал. Ну он же силач. Это он сказал. Так, помогайте, помогайте ему. Да он не хочет. Ну что, мало еще он не хочет, если он не может. Помогайте, Нестор, толкай давай. Идет, болтает языком. Да, быстрее, быстрее. Что ты там потерял? Не отставай никогда. Иди в конце тоже, помогай всем. Что Степа, что Тимофей? Так, веревку не трогать. Что ты делаешь? Сюда, куда поворачивать? Сюда, конечно, вот. Правильно, лево. Нет, туда надо девочек отнести. Опасно вам. Потом туда ее. Вот твой. А ей не надо. Пусть она весит 15. Успокойтесь, а! Два маленьких. Мы не маленькие. Тогда не ноти, как маленьких. Так, левое плечо вперед. Так, давайте поживее. Побыжее, толкаем, быстрее. Ну, быстрее, как можем, толкаем. Давайте, толкайте сзади все, помогайте. Быстрее, чтобы быстрее. Скорость набрать. Берет. Тимофей, выкинь все из рук. Толкай давай.
Степа, присоединяйся. Сбоку где-нибудь. Бегом давайте, бегом, бегом. Вот она моя хорошая. Опа! Значит, такое дело. Там еще осталось что-то. Но я до того устал, не могу. Сейчас травы постелим, я лягу, и меня отвезете туда. Ладно. Давай. Все. Попуститься сюда. Да, Дигнич. Да, Дигнич, можно попить ходить? Давай я подержу. Попить там попьем, наверное. Ладно, давайте, иди. Давай. Травы маленько постелите. Сейчас. Вот на тележку. Я до того устал, идти не могу. Давай еще, еще, еще. О, вот они так, вот они так. Ой, давай. Не уроните меня? Нет. Нестор, держи крепко. Давай. Ой, давай скорее. Кладите. Как подушка. Вот мои хорошие. Все, Павел, ли. Язык только спрячьте. Девочки пускают маленькие. Господи, благослови, не упади только. Степа, куда пошел? Куда ты пошел? Пойдем. Все вместе идем. На Скворечника. Давай. Повезли, ребят. Ребят. Повезли, ты знаешь. Протопопа Вахума повезли. Поворачиваем. Андрей, помогай. Ну, хватит, все. Пойдут только те, кто по с нами пойдет. Все, ребята, идите домой там, дядя Володя. А мы, кто с тобой был, Андрей, все пойдут. Андрей, все. Тимофей. Степа, Андрей. Сюда иди. О, поехали. Пока. Давай, скорее.